Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Если вам приелись обычные блины, предлагаю вам приготовить блины на манке и с начинкой. Для начала немного размягчаем изюм, заливаем 50 грамм изюма теплой водой, оставляем на 5-10 минут. Теперь приступаем к тесту. В глубокую емкость кладем одно яйцо, щепотку соли, 2-3 столовые ложки сахара, половину чайной ложки разрыхлителя. Добавляем сначала пол стакана молока, у меня чашка 300 мл, размешиваем. Добавляем неполную чашку манки, в граммах я взвешивала, это 150 грамм. Размешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Затем добавляем остальное молоко, изюм и оставляем на 15 минут, чтобы манка немного набухла. Блинную сковороду слегка смазываем растительным маслом. В тесто масло я не добавляю. Манная крупа придает таким блинам необычный аромат, а изюм будет приятным бонусом. Если кто-то не любит изюм, можно заменить на другие сухофрукты, например, курагу или финики. Из приведенного рецепта у меня получилось 7 блинов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Всем приятного аппетита и до новых встреч!